Доброго времени суток, вы на канале Let's Hard Games, с вами Бабкин, и сегодня мы будем проходить лестницу на эксперте за Кабала. Естественно, без поражений. Так, первый Джонни. Ну, посмотрим. Хотя, блин, я до этого не играл. Надо было хоть немножко разыграться. Окей. Сейчас буду крабить. Да. Что ж такое? Как-то он меня пяткой задел, вообще непонятно. Да, что такое мог только что? Блин, вообще ничего не получается. Ну? Еще разок. Действительно, нужно разыграться, потому что, блин, вообще не идет игра. Промазал. Там, кстати, чтобы не мазать, нужно... Блин. Нужно, чтобы соперник немного как бы опустился. Когда падает, ну и потом мы его раскручиваем. Чем он ниже, тем выше шанс, что мы нормально потом сделаем комбо. Ну, продолжим дагл. Ну, вот примерно вот так вот нормально. Сейчас я... Вот так. Cabal wins. Fatality. Smoke. Ну, посмотрим. Фредди-то вообще, ну... Так. Ай-яй-яй. Плохая крестовина дает о себе знать. Да, что такое? Ну. Давайте его отправим. Заметили, как он медленно полетел? Кстати, Stage Fatality очень легко запомнить. Вниз-вниз 3. Так. Ой. Блин, да что? Да что такое? А, отлично. С фатальку. Что-то не получилось. Фаталити сделать. Ну ничего, кто там? Джейд, вот на Джейд. И сделаем. А, отлично. Ай-яй-яй. Ну-ка. К
Красиво, красиво. Cabal wins. Fatality. Кванчи сейчас, наверное, будут спамить своими телепортами. Но начинается. Плохо. Ай-яй-яй. Не то пошло. Не успел откатиться. Не успел блок там нажать. Восстановление долгое после скилла. Ну, давайте сейчас что ему сделать. Эпично на подножку сейчас. Ну. Сейчас ему вторую. Кишки пустим. Ой, как неприятно. Фаталити. Так, там... Ага. Сейчас Соню... Сейчас для Сони словим такси. Ай-яй-яй. Видите, промазал. Ай-яй-яй, подставился-то как. Да. Че, опять подножку делать? Нет. Ну. Хоть что-то, давай. Да что ж... А вот и такси. Ноу! Я не заказывала такси, ноу! Фаталити. Сейчас старому колдуну надо по голове надавать. Ой-ой-ой, Кана, это плохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Зря я это сделал. Я думал, что он будет сейчас там что-то... Магию, короче, делать. Очень плохо, очень плохо. Ой. Ну. Еще и Кану. Блин, надо было просто апперкот сделать. Ну ладно. Так, ну Гору, в принципе, не составит труда. И потом... Папаша. Да ладно. Получай. Опасно было. Хорошо, что я не попался, потому что, ну, под ноль бы практически выбил бы. Можно, конечно, его заспамить.
Но я не хочу. Потратим энергию, да, правильно, что она будет копиться. Ой-ой-ой, зачем я это? Зачем отпустил? Блин, далеко его откидывает, неудобно. Без торнадо сейчас буду делать. Так. Потроллим немножко. Вот так вот, все. То есть, чтобы перепрыгнуть... Ой, перепрыгнуть его сразу. Блин, тут надо было полную комбо делать. Сейчас я ему... На, вот. Есть. Ну и, собственно, смотрим концовочку Закабала. Чиним свои респираторы и тому подобное. Victory over Shao Kahn came with a heavy price. Cabal's respirator was badly damaged, and if it was not repaired soon, he would surely die. Desperate, he tracked down Kano and forced from him the identity of the cyberneticist who developed Kano's eye laser. The good doctor was not easy to find, but he was more than eager to help for a price. Now Cabal is rebuilt. He is better than he was before, stronger, faster. He will need to be in order to repay his debt. И какая там статистика? 6.51, нормально. Так, ну, на этом все, ребята. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылочку вы увидите в описании. Пишите свои комментарии. И не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока-пока.